Казахстан уже в ближайшие дни ратифицирует таможенный кодекс ЕАЭС. Вопросы торгово-экономического сотрудничества в рамках новой формации в Астане обсуждают казахстанские и российские парламентарии. Отметим, данный документ Госдума ратифицировала на прошлой неделе, а Белоруссия подписала кодекс еще в начале года. По словам депутатов, новый таможенный кодекс должен будет внести единую четкую регламентацию для всех стран-участниц, а электронное сопровождение товаров упростит таможенные операции. Также будет усилен контроль уже на этапе выпуска товаров на границах и введен новый механизм прослеживаемости движения экспорта-импорта. К слову сказать, товарооборот между Казахстаном и Россией с начала этого года увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Российские бизнесмены ежегодно инвестируют в экономику нашей страны до 1 миллиарда долларов. Как раз все эти инсинуации, которые сегодня происходят и на границе Киргизии с Казахстаном, и другие вопросы, связанные с перемещением товаров третьих стран, они как раз будут урегулированы нашим таможенным кодексом, где четко определено приоритет наших стран в решении вопросов электронного сопровождения принятия данного таможенного кодекса. Но как раз и предусматривает порядочность при проведении данных операций.